Так, ну мы сами видим первый пилотный проект по реализации планов по организации беспроводного доступа в интернет с использованием солнечных батарей, солнечной энергии. То есть это полностью автономные модули. При этом впервые в Москве применена технология 4G для организации инфраструктурных сетей и доступа в интернет. Это дает нам высокую скорость доступа в интернет, возможность большому количеству пользователей одновременно заходить и пользоваться всеми благами интернета. Здесь у нас установлено 5 таких модулей. Каждый модуль покрывает порядка 300 метров радиус действия его. Установлены все эти модули с таким расчетом, что пересекаются радиусы действия, и полностью практически Берлёвский дендропарк, центральная входная зона, это порядка 50 гектар, они закрываются доступом в интернет. Планы большие у нас есть по организации альтернативного освещения, также за счет солнечной энергии, установка систем безопасности, видеонаблюдения. Но начали мы с модуля установки Wi-Fi. Поскольку летом у нас повышается количество отдыхающих на территории, конечно, это удобно. Много молодежи у нас приходит в парк, особенно в выходные дни, в праздничные дни. Конечно, это для людей удобно, да, и отдохнуть, и совместить приятность с полезным. Тем более этот доступ для всех совершенно бесплатный. Вот, дает возможность людям заниматься какими-то любимыми делами своими. Так что приходите, все будут довольны.